Жена Гавробраком мы берем дилемматичный материал восковой мох. При помощи восковой мох по методу Ташкентский сельскохозяйственный институт берем в первую очередь приготовляем пищу 0,1. Что такое это 0,1? 0,1 это кукурузная мука 10 килограмм берем и сахар 500-1,5 килограмм и немножко 50 грамм дрожь. И ставим автоклав. Через 45 минут она будет стерилизована. Потом мы подготовим мерва, то есть 10 килограмм мерва берем, 3 литра молока, добавляем 1,5 килограмм сахар 500 и ставим автоклавы. Стерилизация будет до 45 минут. А дальше для размножения корм гавробракона нужно сахар сироп, 10% сахарный сироп. Мы, если нам нужно для заражения, берем из маточного материала восковый мол, один банка чистый, 2-литровый банка берем, туда кладем 50 грамм сухой фрукта, то есть яблонный сухой фрукт, и немножко добавляем 100-150 грамм кукурузной мука, и оттуда из тазика мы собираем 10 штук взрослых насекомых восковой мох. И закрываем тканом при помощи резинки и ставим на стеллаже. Через 10-15 дней появляется бабочка, взрослая бабочка. И немножко добавляем еще мерва, где-то 50-100 грамм мерва. Через 20-25 дней откладывает эти бабочки, яйца. Эти яйца мы засыпаем вот такие тазики и начинаем собрать для заражения, размножения гавробракона. Вот это готовый гавробракон. Можно вести на поле для применения или хлопчатный, или кукуруза, или помидор. Если хлопчатный, норма расход 800 тысяч штук на 1 га. Для помидора 600-700 штук на 1 га. А другая культура, то есть для кукурузного материала 600-700 штук на 1 га. Это откормлено, готово применять на поле. Вот поврежден хлопковый совком помидор. Надо применить по биологическим методам борьбы, то есть гавробракон. Сюда мы сейчас запускаем гавробракон. Норма расход 700-800 штук на 1 га. Вот поврежден плодовый орган помидора. Вот здесь гусеница 6 возраста хлопковая совка. Мы сейчас применяем против хлопковой совки гавробракон. Запускаем сейчас. Очень высотаем. Очень высотаем. Вот так мы применили сейчас против хлопковой совки гавробракон. Ну, после запуска, если у них самка-самец быстро найдет и на тело гусеницы откладывает свои яйца, второй-третий день из яйца выйдет маленькая личинка.
где-то 6-7 день окукливается, и окукливание после кукона выйдет где-то 8 день взрослых насекомых, полезных насекомых гавробраку. Это биологически полезные насекомые, чем ядохимикат, очень дешевле. На один бак стоит где-то 20-25 самона. А ядохимикат на 1 литр стоит где-то 100-120 самони. И дешевые, и экологически чистый продукт мы берем.